Всем привет, дорогие друзья, с вами Беттер, Некет. Здорово, здорово. Здорово, здорово. Сегодня мы будем ставить ставочки, наклеечки на турнир по CSGO. Counter-Strike Global Offensive. Offensive. Кто не знает, то, что уже через 19 часов начнется этот турнир. Атланта 2017, там, мажор, все дела. Ну, короче, топчик будет. Да, я объясняю людям, что это такое, да, я сам раньше не знал. Да, да, да. Здесь вкладочки есть, короче, куда вы должны ставить свои наклеечки, которые купите. Эта вкладочка то, что команда выиграет все 3 матча. Эта вкладочка, которая проиграет все 3 матча. Вкладочка. Да, ну да, куда вы ставите наклеечку свою, которую купите за 60 рублей. Да, вот. Гейб-то такой. Гейб, да, решает. Ладно, не отвлекаемся. Здесь вы вставляете наклеечки команд, которые пройдут отборочный... Турниры, да? Турнир. Отборочный этап, ну или что-то типа этого, короче. И их будет 7 штук команд, 7 команд. Так. Нави по-любому ставь. Нави здесь ставим, по-любому. Мне кажется, вот здесь только вот надо на СК ставить. Кто это такие, я бы знал. СК Гейминг — это бразильцы. Бразильцы. Ага, понял. Фалан играет, Ялан. Фалан? Фалометатор? Я не знаю таких, братан. Ну, типа такого. Давай все-таки поставим мы. Так, прогноз на победу СК Гейминг в этом матче. Сделав прогноз, вы закрепите эту наклейку. Ее нельзя будет использовать или обменять до конца всех матчей дня. Удалив прогноз, вы не получите наклейку до окончания матча дня. Ну, это понятно. Так, смотри. Команда, которая не выиграет ни одного матча. Ставим тогда на Hellraiser, да? Это... Я не знаю, кто это, но... Это французы вроде. Давайте его, их. Была не была, как говорится. Так, какие команды выйдут? Ну, это Na'Vi, по-любому. Virtus Pro — это по-любому. Na'Vi, ребят, это по-любому. От них можно все что угодно ожидать, но все-таки Na'Vi решает. Так, Фнатики. Потом, Fnatic. Да, Фнатики. Так, что, Никит? Тим Энвис, там Кеннис, по-любому решает. Кеннис по-любому решит вопросы. Тим Энвис, красавцы. Так. Вот насчет... А, Комбит Гейминг, наши русские пацаны. Вот эти выйдут, Норд. Это, если не ошибаюсь, то это бывшие Дигнитас, Тим Дигнитас, которые взяли... Это, блядь, взяли мои... турнир в Москве. Взяли это алкаши с моего двора, ты шо? Давай их. Давай их, Никит. О чем? Была не была, ё-мо. Чья воля-то? Деньги-то твои, да. Мне похуй. Дигнитус, они молодцы, они играют. И последнее. Подожди, давай, короче. Вон, коня, огонь, кто, что за конь вверху? Team Liquid? Да, кто такие? Не боюсь на них ставить я. А Америка. Кто это, кони? Американцы. А, кони? А, ну, American Beach, давай, хотя да, могут, как раз. Могут они вывести. Давай. Так, тут все могут поставить. Да нет, давай, ну, блядь, ну, царско. Царь давай, сказал, царь пофиг, сделал, давай. Пофиг. Была не была. Пробьёшь, хлопец. Делай прогноз. Всем пока, да. С вами был Андрюха и вечный жид Некит. Да. I'll be back. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Счастья, здоровья, желаю. И удачи на ставках в турнире. Личной жизни. Пока.